Госавтоинспекция провела рейд «Детское кресло», направленный на контроль правильной перевозки маленьких пассажиров. Эта профилактическая акция проходит в Ленинском городском округе на постоянной основе. На сегодня сотрудники госавтоинспекции, как вы видите, в специально отведенных карманах останавливают автомобили. Значит, сегодня мы выявляем водителей, которые перевозят маленьких пассажиров без специальных детских удерживающих устройств. Напомним, что перевозка детей до 12 лет должна осуществляться с использованием автокресел или других средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. При нарушении этого правила предусмотрен штраф. При перевозке детишек без специальных детских удерживающих устройств предусмотрена административная ответственность по статье 12.23, часть 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в размере 3000 рублей. Было проверено более 55 автотранспортных средств, и у нас уже на сегодняшний момент имеется более 5 нарушителей. Автомобиль – это источник повышенной опасности. Помните, что сажая в машину ребенка, вы несете ответственность не только за себя, но и за маленького пассажира. Не пренебрегайте правилами дорожного движения.